Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Ну, и я жду вашей реакции. Ваши плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально, что вы меня видите и слышите. И как только будет понятно, что у нас с вами есть обратная связь, мы начнем наш обзор. Делаю небольшую паузу и жду, пока вы отреагируете. Если есть какие-то проблемы, пожалуйста, напишите это в чате. Если вопросов нет, то просто поставьте плюсик. Будет означать, что все хорошо. Полет нормальный. Жду, когда вы отреагируете, и начнем наш обзор, как только появятся ваши отклики. Сегодня просто потрясающая погода. Солнышко, очень хорошо. А вижу, что все хорошо. Давайте начнем с просмотра макроэкономической статистики. Быстренько пробежимся, что у нас по календарю, какие выходили данные. Посмотрим, что пишут в новостной ленте Prime, и, как всегда, по вторникам посмотрим события на текущую неделю. Оценим, как выглядят рынки у нас с вами. Итак, рано утром вышли продажи новых транспортных средств, годовые и месячные данные по Австралии. По году показатель вырос на 2,3%, до этого был рост 5,2%, а вот по месяцу снижение на 0,1%, это при том, что до этого был рост на 0,4%, то есть на круг мы имеем отрицательную динамику по месяцу в 0,5%. Но данные были не очень существенные, конечно же, все ждали протоколы заседания Резервного банка Австралии, они вышли одновременно как раз с этими данными, и это были ключевые данные по Австралии, они, собственно, и повлияли на австралийский доллар. Заявил, что еще слишком рано для того, чтобы понять, приведет ли напряженность на мировых финансовых рынках, наблюдающаяся в январе, к замедлению роста мировой и австралийской экономики. Вместе с тем, Резервный банк Австралии отметил, что внимательно следит за текущей ситуацией. В протоколах, которые прошло 1 марта, было отмечено, что низкая инфляция дает пространство для понижения процентной ставки в случае замедления экономики. По итогам мартовского заседания Центральный банк оставил ставку без изменений на уровне 2% уже 9-й раз подряд. Банк пристально следит за ситуацией на рынке труда и уверен, что сильный рост рабочих мест продолжится в следующие месяцы. Новая информация позволит руководству оценить, продолжает ли улучшаться ситуация на рынке труда и повлечет ли это за собой недавняя финансовая нестабильность, ослабление мирового и внутреннего спроса, говорят в Резервном банке Австралии. То есть нестабильность их все-таки тоже напрягает. Далее, мировые рынки в январе продемонстрировали падение на фоне опасений относительно замедления экономического роста на развивающихся рынках и возможных последствий повышения процентных ставок США. Банк сохраняет ставку без изменений с мая прошлого года, игнорирует тенденции снижения ставок в других странах. Сильный рост занятости в конце 2015 года позволил банку воздержаться от каких-либо действий. Тем не менее, участники рынка ожидают, что ставка, тем не менее, будет понижена до конца этого года. То есть все-таки участники рынка ждут, что ставку будут понижать. Австралиец на это реагирует понижением. Так, еще что у нас здесь есть? А рост австралийского доллара негативно сказывается на экономике, и что в дальнейшем рост этой валюты приблизит Центральный банк к понижению ставки. Заместитель управляющего банка Резервной Австралии на прошлой неделе сказал, что Центральный банк хотел бы, чтобы курс австралийской валюты был более низким. С января он вырос уже более чем на 10% против доллара США, а это нежелательно. Австралийская экономика находится на полпути в плане сложного перехода с роста, ориентирована только на горнодобывающий сектор. С этого сектора на рост, опирающийся на другие сектора. Недавний рост экспорта услуг в таких секторах, как туризм, образование и здравоохранение, остается пока что еще неустойчивым и в значительной мере полагается именно на низкий курс национальной валюты. То есть для того, чтобы экономика диверсифицировалась у них, ушла от зависимости только от горнодобывающей промышленности, им как раз и нужен низкий курс австралийского доллара. Далее говорится то, о чем мы здесь с вами говорили, что член правления Банка Австралии Джон Эдвардс в своем недавнем интервью дал для Wall Street Journal, сказал, что он бы более был доволен, если бы австралийский доллар торговался ближе к уровню 0,65. Так, в протоколах банк напрямую не упоминает недавний рост австралийского доллара, лишь заявил, что низкий курс
и уровень процентных ставок, и снижение курса национальной валюты последние несколько лет способствовали изменению баланса в экономике в пользу сектора, помимо горнодобывающей промышленности. То есть вот то, как раз о чем мы с вами говорили, да? То есть им сейчас нужен низкий курс австралийского доллара, чтобы экономика развивалась достаточно устойчиво. Как я уже сказал, австралиец на это отреагировал небольшим понижением, но поскольку не было впрямую сказано, когда, что, когда это произойдет, наверняка все будут ждать решения американского регулятора, сегодня он немножечко снижался. Так, далее, в 6 часов у нас с вами было решение Банка Японии по процентной ставке. Ставку по депозитам оставили на прежнем уровне, негативную, минус 0,1%. Была пресс-конференция банка по кредитно-денежной политике. Так, что у нас здесь? Значит, в статье говорится, что банк во вторник не стал вносить изменения в свою кредитно-денежную политику, хотя и несколько снизил оценку экономической ситуации, что свидетельствует о трудностях, препятствующих восстановлению экономики. Решение оставить политику без изменений было принято, несмотря на сложности, которые возникли с осуществлением абеномики программы стимулирования роста экономики и инфляции, которую проводит премьер-министр страны Синдзо Абэ. Так, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Банк Японии снизил оценку инфляционных ожиданий. Согласно оценке Центрального банка, экспорт и производство демонстрируют вялость. Говоря о восстановлении экономики страны, Банк Японии использовал слово «тенденция», а значит, состояние экономики в настоящий момент нельзя назвать полноценным восстановлением. Так, по итогам двухдневного заседания руководители Банка Японии приняли решение сохранить ставку по депозитам минус 0,1, мы уже сказали. Данное решение было принято 7 голосами против 2. Кроме того, руководители Центрального банка проголосовали 8 голосами против 1 за то, чтобы оставить объем программы покупки активов без изменений на уровне 80 триллионов йен в год. Ранее данная программа была основным инструментом политики Центрального банка. Ну, нужно сказать, что японская иена на этом немножко укрепилась. Далее все ждали, что же скажет на пресс-конференции Банка Японии его глава господин Курода. Выходили данные по промпроизводству. Промпроизводство по месяцу показало рост в 3,7%. Годовые данные показали отрицательную динамику, совпадающую с предыдущим значением, минус 3,8%. Вот. Ну а господин Курода, в частности, говорил следующие вещи. Управляющий Банка Японии сказал, что инфляция достигнет уровня 2% примерно в первой половине финансового 2017 года. Базовая инфляция будет неуклонно двигаться в сторону 2%. Надеюсь, что коррективы, внесенные в политику отрицательных ставок, будут способствовать кредитованию. Политика отрицательных ставок явно работает на снижение стоимости заимствований, ожидая, что политика отрицательных ставок повлияет и на ценовые тенденции. Ситуация с занятостью и доходами улучшается. Реальные процентные ставки упали достаточно резко с момента введения отрицательных ставок. Нужно некоторое время, чтобы оценить эффект от политики отрицательных ставок. Не стоит ждать, что это произойдет мгновенно. Необходимо внимательно следить за тем, как отрицательные ставки влияют на экономику. В последнее время рынки несколько успокоились. Ну и поскольку не было какой-то серьезной конкретики в его словах, не было цифр, наверняка японский регулятор ждет окончания заседания американского регулятора. Решение по процентной ставке ФРС мы узнаем с вами завтра. Вот поэтому примерно был такой тон. И сегодня японская иена в течение дня укреплялась по отношению к американскому доллару, пусть незначительно, но тем не менее мы могли с вами это наблюдать. В 13.00 вышли данные по занятости в еврозоне. Уровень занятости по году составил 1,2%. До этого был рост на 1,1%. А вот квартальное значение оказалось чуть лучше, чем ждали по прогнозу. Ждали роста в 2%, получили 3%, 0,3%, 0,2% ждали. Вот. Но это значение совпало с предыдущим отчетным периодом. Дальше у нас были розничные продажи по Соединенным Штатам. Так, что у нас здесь пишут на эту тему, давайте посмотрим. Итак, индекс конечного спроса PPI и индикатор производственной инфляции в США в феврале упал, что является признаком по-прежнему сдержанного инфляционного давления. Об этом во вторник сообщил Министерство труда Соединенных Штатов. Согласно опубликованным данным, индекс
конечного спроса цен производителей PPI, отслеживающий изменения цен на товары и услуги в феврале, упал на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные не очень позитивные. Теперь рынки будут ждать завтрашнего заседания. Будем ждать, что скажет американский регулятор. Сегодня у нас с вами еще коммерческие товарные запасы в 17.00, где-то примерно через 45 минут. Ожидается, что они останутся без изменения. По прогнозу ожидается нулевое значение. Завтра у нас заседание Европейского центрального банка. Это будет вряд ли заседание по монетарной политике. Скорее всего, будет просто дана оценка текущей ситуации, текущее видение состояния экономики еврозоны. Ну и вечером в 21 час решение Федеральной резервной системы по процентной ставке. С огромной долей вероятностью ставки, наверное, менять не будут. Но, с другой стороны, мы с вами должны быть готовы абсолютно к любому развитию событий. Сценарий может быть какой угодно. Ну и, конечно же, самый важный момент – это в 21.30 уже пресс-конференция Федеральной резервной системы после решения по ставке. Посмотрим, что скажет руководитель ФРС Джанет Йеллен, какова будет ее риторика. Получат рынки какие-то сигналы конкретные, вехи, на которые рынки смогут опираться, делая свои выводы, как им в дальнейшем вести, куда направлять свои денежные потоки, в сторону американской валюты или наоборот, можно пока что уходить из американского доллара в другие финансовые активы. В четверг выступление главы Банка Японии Куроды в 9.30 – это очень важный момент, поскольку после того, как примет решение Федеральная резервная система, как раз Банку Японии нужно будет определяться. Не забываем, что у нас 31 марта заканчивается финансовый год в Японии, и вполне возможно, что у Банка Японии уже есть какие-то планы на то, чтобы видеть свою валюту на каких-то конкретных уровнях к завершению финансового года. И уже после того, как будет понятно, как поведет себя американский регулятор, вполне возможно, что проявится активность Банка Японии. Поэтому здесь я вам рекомендую очень и очень держать ухо востро, поскольку вот в 9.30 на выступлении главы Банка Японии Куроды нас могут ждать с вами достаточно интересные сюрпризы. И если будет жесткая достаточно риторика относительно того, что банк будет предпринимать все необходимые меры и еще озвучит какие-то уровни ключевые, это может быть что-то типа такой вербальной интервенции, то курс пары доллара японской иены может резко скакнуть вверх, и мы с вами будем свидетелями процесса удешевления японской валюты. Чуть позже, в 11.30, решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке. То же самое после Соединенных Штатов, у них ставка отрицательная, они находятся в очень незавидном сейчас положении. Дефляционные процессы тоже очень сильные, так же как в Японии, ставка тоже отрицательная. Вот посмотрим, как поведет себя Банк Швейцарии в текущей ситуации. В 13.00 инфляция по еврозоне, индекс потребительских цен, годовые данные и стержневой индекс, тоже все это выйдет одновременно. В 13.00 индекс у нас ожидается снижение на 0,2%. Это негатив, а вот стержневой индекс рос на 0,7%. Посмотрим, каковы будут реальные данные. Далее, один из ключевых моментов четверга – это уже решение Банка Англии по процентным ставкам. Ставку, скорее всего, оставят без изменения на уровне 0,5%. То же самое с объемом выкупа активов, то же самое без изменений, скорее всего, его оставят 375 миллиардов. Ну и вот здесь только нас могут поджидать какие-то интересные сюрпризы. То, что голоса немножко не так будут раскладываться, как до этого голосовали. Но, тем не менее, вряд ли это вызовет какое-то серьезное движение и серьезный раздрай по британской валюте. Вот если у нас будут какие-то комментарии, у нас вот я вижу только решение, планируемый объем, протокол заседания Банка Англии, это голоса, 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 повышение ставки. Вот я пока что не вижу, чтобы Марк Карни здесь что-то говорил. Вот если будет его заявление, то вот это может быть как раз достаточно серьезным. Поскольку, повторюсь, здесь, наверное, вряд ли нас будут ожидать какие-то сюрпризы. Далее у нас первичные и вторичные заявки по безработице, как всегда это бывает по четвергам. Ну и в пятницу последний из важных
показателей это инфляция по Канаде, потребительские цены, стержневой индекс, базовый индекс от Банка Канады, посмотрим, каковы будут данные по инфляции. Вот. Ну и не менее важно, это, конечно же, в 2 часа 50 минут заседание Комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии. Это вот как раз, опять же, все будет связано с тем, как поведет себя регулятор американский, что скажет господин Курода и какова будет реакция рынков на то, что скажет глава Банка Японии. И вот здесь вполне возможно будут внесены какие-то коррективы. Здесь тоже будет заседание, тоже будут какие-то комментарии. Ну и на этих комментариях тоже может быть какое-то достаточно серьезное движение. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то вопросы, напишите коротенькое слово «есть». Затем свой вопрос задайте, я постараюсь на ваш вопрос ответить. Если вопросов нет, поставьте плюсик, мы пойдем с вами дальше и посмотрим, как ситуация развивается с технической точки зрения. Посмотрим, что нам говорит техника, что говорит консервативная торговая система. Итак, жду, когда вы отреагируете. Если есть какие-то вопросы, пишем коротенькое слово «есть». Так, похоже, вопросов нет. Ну что ж, давайте посмотрим технику. Начинаем с нефтяных котировок. Сегодня идет небольшое снижение котировок нефти. Нефть марки Brent торгуется уже ниже своего среднедельного значения, то, о чем мы с вами говорили, да, наверняка должна быть какая-то коррекция. И вот давайте посмотрим сейчас по уровням Fibonacci, вполне возможно, каким уровнем у нас может быть движение нефтяных котировок, что у нас будет совпадать. Итак, если здесь смотреть, если цены не очень быстро пойдут, вот FIBA 23,6, ну и вполне возможно движение и до среднедельного, среднемесячного значения, и даже подход к уровню 38,2 после 23,6. Ну вот сейчас цены чуть-чуть до него не дотянули. Чтобы эта FIBA нам здесь не очень мешала, мы сейчас поступим таким образом. Вот на уровне ближайшем 38,2 проведем с вами вот эту красненькую линию. Вот, а сейчас переместимся уже на график нефти марки Brent. Здесь немножечко будут другие уровни. Тоже проведем FIBA, посмотрим, что у нас здесь. Вот, ну здесь уже практически цены дотягивали до уровни коррекции 23,6, торгуются опять же ниже средненедельного значения. Ну и то же самое, давайте проведем тоже линию на этой FIBA, будем знать, что это у нас уровень Fibonacci, вот эти две верхние линии, только бы нам с вами этого не забыть. Смотрим на индекс американского доллара, торгуется достаточно вяло, ниже своего сбалансированного состояния. Наверняка рынки ждут завтрашнего заседания, и начиная с завтрашнего дня, когда американцы определятся, вполне возможно, начнутся какие-то движения уже по другим валютным парам. Это японец потом начнет движение. Если будут какие-то заявления господина Куроды, это может быть и Швейцария, если там что-то со ставками произойдет, это может быть и Великобритания, если тоже со ставками будут какие-то интересные вещи, ну и так далее, далее по списку. Теперь смотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс американского доллара составляет. Начинаем с пары евро-доллар. Диапазонная торговая система потихонечку формирует сигнал в продажу, но сегодня сигнал еще не сформирован. Если ситуация сильно не изменится за текущий день, то завтра у нас с вами будет сигнал осциллятора в продажу. Это значит, что возможно, это не обязательно, завтра у нас наступит день продаж по диапазонной торговой системе. По трендовой торговой системе сегодня здесь фаза импульса, здесь фаза отката. Трендовая система не торгуется, по диапазону ждем, как закроется текущий день. И уже завтра посмотрим, какой можно будет сделать вывод по диапазонной торговой системе. Теперь смотрим британский фунт, что у нас по фунту. Тренд восходящий в фазе импульса, а здесь в фазе отката.
поскольку у нас нет совпадений по двум трендовым индикаторам активных фаз, значит, мы делаем вывод, что британец сегодня лучше не торговать, и находимся пока что вне рынка, не торгуем. Идем дальше, смотрим австралийскую валюту, что у нас здесь с вами. Тренд восходящий в фазе импульса, а вот здесь у нас хорошо видно в фазе отката. Австралиец снижается. Фаза неактивная, значит, сделок мы по австралийцу сегодня не совершаем. Смотрим при этом внутреннюю структуру. Обратите внимание, если в текущий момент, ну, может быть, чуточку позже, да, то есть вот где-то в какое-то время, в ближайшее время, цена опустится ниже вот этого предыдущего минимума, то, как мне кажется, на какое-то время нужно будет забыть о восходящем тренде, о сделках на покупку. Но для этого нужно, чтобы вот цены переписали предыдущий лоу. Закончили с триадой обратных котировок, теперь смотрим триаду прямых котировок, доллар, японская иена. Сегодня было укрепление, как я уже сказал, на той риторике, которая была и от Банка Англии, от его главы господина Куроды. Рынки пока что реагируют сдержанным укреплением японской иены, но еще раз повторюсь, не забывайте, 31 марта конец финансового года. Японцы наверняка наметили себе определенный курс японской иены, и как показывает практика, если они хотят чего-то, то они обычно этого добиваются. Поэтому если только будут озвучены какие-то конкретные цифры первыми лицами японской экономики, то вполне возможно, что именно там мы и увидим с вами курсы японской иены. Но это будет чуточку позже. Итак, тренд нисходящий, тренд восходящий. На текущий момент индикаторы впрямую друг другу противоречат, значит, по японской иене идет боковое движение, ни о какой торговле не может быть и речи, находимся пока что вне рынка. Берем швейцарский франк. Что у нас здесь с вами? Тренд нисходящий в фазе импульса. Теперь давайте посмотрим на гистограмму со знаком минус 3.0.96.25. 90.03. Гистограмма повышается, находясь ниже нулевой отметки. Здесь фаза импульса, а здесь фаза отката. Значит, если хотя бы одна, у одного из индикаторов фаза неактивной, значит, мы делаем вывод, что лучше пока что не торговать, поэтому находимся вне рынка и сделок не совершаем. Смотрим, что у нас с вами по канадцу. Тренд нисходящий в фазе импульса, а здесь вообще тренд восходящий. Индикаторы противоречат друг другу. Значит, торговать нельзя, находимся вне рынка. Золото, цены движутся вниз, фильтры смотрят вверх, значит, пока что спокойно ждем. Итак, цены уже достигли уровня 23,6, но пока что еще не подошли к зоне перепроданности. Здесь два варианта. Либо, если сейчас будет консолидация на часовом таймфрейме, но ее, смотрите, это уже не консолидация, в общем-то, уже идет достаточно активное движение. Вот если бы сейчас было достаточно узкое движение вблизи вот этого уровня, тогда можно было пытаться предпринимать сделки на покупку. Поэтому внимательно следим. Вот если индикатор войдет в зону перепроданности, и после этого на часовом таймфрейме будет еще консолидация, и вот это будет достаточно удобный момент для того, чтобы попытаться открывать сделки на покупку, и в качестве цели мы с вами будем выбирать максимум вот этой свечки, уровень двойного касания, $1283, еще 50 центов за одну тройскую унцию. Вот так у нас с вами обстоят дела по золоту. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то пожелания, пишем, у нас есть еще с вами 4 минутки. Итак, жду, когда вы отреагируете.
Владиславу есть вопрос. Давайте, Владислав, ваш вопрос. Постараюсь на него ответить. Валютную пару новозеландца к доллару. Ну, у меня нет специального шаблона для этой пары. Ну, давайте, если есть такой же, посмотрим хотя. Тренд восходящий, тренд нисходящий. Индикаторы друг другу противоречат. Поэтому по новозеландцу сегодня ситуация нейтральная. Еще какие-то вопросы? Похоже, вопросов и пожеланий больше нет. Ну что ж, это не может не радовать. В крокодила никто смотреть не хочет, никто не хочет торговать агрессивно. Все, кто пришли на этот семинар, хотят торговать консервативно, среднесрочно. Ну что ж, это очень и очень отрадно слышать. Я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания, всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя. Удачи всем.